пас, гол, логично, кстати. Вот. И, короче, вот по этим. Миша будет тебе говорить? Потом подходишь, просто спрашиваешь, какой, кто у вас такой номер? Ну, типа, можешь не париться. Не обязательно. Ну, 30 минут, да? Чекмаев. Угу. Второй матч нашего кубка. Команды конференции А, разбитые на 3 подгруппы, сегодня играют в круг, каждая с каждым. То есть по 3 матча проводят все команды. И потом считаем очки и раздаем медали. Сейчас встречаются Нордеа и РТРС. Победа одной из команд автоматически выводит ее в промежуточные лидеры. Несколькими минутами ранее Русала и МРТС не смогли выяснить, кто сильнее, сыграли в ничью, поэтому поделили очки. Можно даже сказать, потеряли вдвоем очки. Здесь о товарищеской дележке речи быть не может. Дай мне все игры в Берстрафе. Ну, не знаю, может Келли поставить вот защитником и закончить эту всю форму. Вот так и сделаем. Кого? Келли защитник? Келли, да, поставить. Я только что нашел. Вот, Гагрина поставим от Медлайфа. Так, подожди, Медлайф это разве не следующее? А? Медлайф это разве не следующее? Блин, я только что сложил, Кит. Я так и не понял, что ты... Контролирует мяч РТРС. Хороший прострел сейчас. Гагрин, да, помню, такого можешь его поставить. И в защитника, я думал, взять... Чекмаева возьмем вот этого. Нордеа. Редкий случай, когда у этой команды не получилось провести стартовый штурм. Начиная они с первых секунд всей бригады несутся вперед. Ближе к игрока! Да. Гриша, найдите своего игрока! Идите шире! Опять контроль от РТРС. Надо вспомнить, как команды играли в регулярном первенстве. Благо, подробная статистика на сайте организаторов позволяет это сделать без особого труда. Обе команды у нас выступали во втором дивизионе. У Нордеа второе место, у РТРС третье. У РТРС оказалось на 3 очка меньше, чем у Нордеа. И в личной встрече РТРС уступил Нордеа со счетом 0-1. Так что сейчас РТРС должен брать реванш. Вратаря у МКБ берем? Да. Дороне. Да. Нашивочников, высоченный игрок, выносит мяч. Еще один вынос. Ну думай, чтоб я не орал. Иди, 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 видно, блядь, все, что делаешь? Вс
Серега есть, можно было в касании. Серега, шире, Витенька, Витя, откройся хорошо, прими мяч. Да не, не. Ларионов, он же защитник. Да? Он сегодня много забивал. Он в нападении сегодня играл. Пытается Нарде закинуть мяч сразу в чужую штрафную. Ну, никого там не оказывается. Да и заброс слишком сильный был. Защитника нужно еще. Подключается, поднимите. Еще один верховой заброс. Пирожков я беру универсалом. Артур. Сразу накрываю, накрываю. Ой, МКД. Красихин. Интересный пас пяткой. Здесь жесткий стык. Протокол. Протокол. Сейчас. Мадьярова возьмем, наверное, из зарубежки нападает. Он одну только встречу провел. Его не получится взять. А кого? Не знаю. Это я не знаю. Я типа универсала нападающего и защитника поставил. Гуэртырес прошел. Перевод через добрую половину поля. А дай еще раз. Вот так было. Бронников. Нашивочников здесь. Снова вынос Бронникова. Угловой Нардеан. Надолго завис мяч на углу площадки. Миклаевич без страха. Блин, слушай, нужно мне провод не забыть. Давай сразу себе вставлю, окей. Что потом? Нет. Влад. Миклаевич без страха. Борьба за мяч, ее выигрывает Нашивочников. Сейчас показалось, что оттесняли его все-таки с нарушением. Бронников. Золото. Дай мне это списульку. Ну ты из комуса поставил? Это да, поставил. Блин, ты поставил. Знаешь, что можно сделать? Поставить защитником горячего, а Ларионова кинуть в нападение. Фалит, РТРС. Успела Нарде исполнить штрафной. 25 секунд, быстрее!
Правильно, Расихин сейчас торопит партнеров побыстрее разыгрывать угловой. Здесь я тебе предлагаю сразу отметить Бронникова, он в защите играет. Вот. Удар опасный, как раз под занавес первого тайма. Первые 10 минутки никому отличиться не удалось. Быстрая атака РТРС. Этот мне второй номер нравится. Третий. Ну вот, который сейчас угловой подает. Рикошет! Помогает мячу зайти в ворота. РТРС впереди. 1-0. Да, где Михеев? Скажи мне, Леонардо, кто он? Нет, это наш уличник. Я вообще не вижу десятого. Сейчас. Может, тот на банка, который... Пойду. РТРС начинает позиционно атаковать. Ну ладно, если что, потом сами вручите. Не проходят сегодня эти забросы у Нарде. Только мячи теряют. Брасихин подсказывает высоко идти. В случае потери высоко также прессинговать. Братарь решил мяч все-таки в руки забрать. Знаешь, кого можно? Обычно в такие моменты просто мяч взглядом провожают. Тем более ТРС это было выгодно. Наш лучников решил показать свою гибкость. А, да. Наш лучников двух прошел, еще и мяч прокинул. Мимо всех мяч пролетает. Игроков найдите! Ближе, ребята, мы играем за ближе! Потерял мяч Нарде у своей штрафной. Карпухин. До конца 6 минут. Время у Нарде есть и на один гол, и на несколько. Пять попроси! На 5 метров отодвинуты все соперники. Начинать нужно по свистку. Макс, ближе! Сразу вцепились, не кричи, вцепились! Игроков найдите! Ругается там тот! Больше за защиту. Ладно, я пошел. Все сильнее
давит Нордеа сейчас на оборонительные порядки РТРС. Довольно-таки эпизод, но арбитр показывает, что нужно подниматься. Все-таки пенальти должен быть 100%. Последняя четверть игры уже идет. Ближе к игрокам встаньте, найдите своего, ну чего? Очень много стыков в этом матче. Довольно жестко действуют НРДА и РТРС. Нарушение правил зафиксировано. Фол РТРС. Арбитр разобрался сейчас. Штрафной РТРС. Кто где должен располагаться. Приказал никому руками не удерживать. Филатов удар. Опять по ногам отоваривали. Юма. Три в три. РТРС шел. Ближе, ближе, Макс, давай, Люха! Толчия в центре поля образовалась чуть пошире бы располагаться игрокам. До конца 3 минуты. Суматошная игра. Непонятно, кому это идет на пользу. Но счет пока в пользу РТРС. И это самое главное, что нас интересует. Если преимущество держит РТРС, то выйдет нам промежуточное первое место. Очень важно в коротком кубковом турнире хорошо начать. Бронников мяч потащил. Идет сам. Сыграл руками вратарь на линии штрафной. И очень быстро пытался начать атаку. Ближе, ближе, схватили их сразу. Пусть забер, заброс будет. Пусть бросает. Хорош, хорош. Там, 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 ребят, там. Забрали игроков. Третий туда, третий. Филатов. Классный перевод. Дошивочников. Вставлял мяч партнеру, партнер не успел прибежать в эту точку. Ошибается Нордеа. Мяч держится в поле неважно, поэтому последняя минута может сейчас очень долго продолжаться. Ниже, ниже, ниже! Ты пока, ты пока! Зачем? Хорош, Серега! Хорош, Серега!
Шивочников оттесняет партнера корпусом. 30 секунд. Тайм-аут собирается брать Нордеа. Есть план конкретный на розыгрыш этого стандарта. Освобождено было пространство, но Бронников раскусил способ розыгрыша. Удар здесь вратарь, наверное, спасение матча совершил. 9 секунд, чистое время, не торопись. Еще один момент у Нордеа. Штанга, добивание выше. 3 секунды. Здесь уже вряд ли успеет Нордеа мяч забрать и послать его в сторону чужих ворот. Так и есть, финальный свисток. Нормально, друзья, пришло время провести заключительный в этом сезоне розыгрыш лотереи. Сейчас внимание на последние три цифры на браслете.